Что? Где я проснулась? Ай, точно, я же вспомнила. Ой, как холодно. Надо одеть шапку и ботинки. Надо идти. Что за кровь? Надо идти, а то холодно. Ура, я пошла к своему домику. Ой, как хорошо. Пожарю себе еду. Что же делать? Никому нельзя рассказывать. Здесь везде у меня алмазы, лазуриты, железные блоки, алмазные блоки, изумрудные блоки. И если придет полиция, будет мне конец. Так что надо сидеть и ждать. Ребята, я просто в шок пошла. Простите, что я остановила игру, но я увидела этот суп. Я правда не шучу, я клянусь. Я уже взяла кольчужный нагрудник, один алмаз и сердце моря. Идемте вперед, я вот так увидела. Представляете, здесь разбросано было, я все собрала. 4 железных слитка и 2 бирки, представляете? Это такая у меня рекламная пауза. Так что, мне вас спросите. Дальше я продолжаю свою игру. Ой. Пустите меня, пожалуйста. Кто там? Надо пойти посмотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы такой поздно здесь? Я хотел вам сказать. Что вы хотели мне сказать? И кто вы вообще такой? Я полицейский. Полицейский? Я пришел, чтобы забрать ваш дом. Убрать мой дом? Как это понять, убрать мой дом? На вас пожаловали соседи. На жаловались соседи? Какие еще соседи? У меня нет никаких соседей. Я живу в горе. Этого делать? Так что вы хотите от меня? Можно зайти? Ладно, проходите. Так, я хочу осмотреть ваш хотели? Дом. Это ваши бочки? Да, это мои бочки. Вот 4 бочки. Вот видите, здесь ничего такого странного нету. Это да, ваш вот кометёс? Это, ваш котёл? Да, это котёл. Это ваша наковальня? Да, это наковальня. Да, вот у меня вот... Упс. Что это такое? Это ничего. Это просто такой подвал у меня. Мы должны вас арестовать. Арестовать меня? Пожалуйста, не делайте этого. Я вынужден туда пройти. Нет, нет, я вам не разрешу туда зайти. Пожалуйста, нет. Хорошо, приходите. Пожалуйста, проходите. Не арестуйте меня, пожалуйста. Что это такое? Пожалуйста, простите меня, я ничего. Я просто обычный шахтер, который храню в себе алмазы, лазуриты, изумруды, железо и остальные руды. Да, что я богатая, но я живу вот в таком месте уже. Раскрывай это так, чтобы вы должны отсюда уйти. Нет, пожалуйста, не надо этого. Зачем вы меня притягиваете чем-то? Не хочу я. Хорошо, так уж и быть. Я выхожу из дома. Выходите. Хорошо, из дома, а то я сверну этим арбалетом вас. Пожалуйста. Ладно, я ухожу. Ха-ха-ха, так значит, пока она уходит, мы воруем ее.
Я не настоящий полицейский. Я просто знаю про этот секрет очень-очень много лет. И хотел это сделать, как всегда. Заберу все ее, то, что здесь было. Я не полицейский. Я настоящий ворюга. Сварываем, смотрим, что у него. Ого, сколько алмазов. Так. Смотрим. Ломаем. Рушим. Теперь этот бункер будет моим.